Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск «День за днем». С вами в студии Виталий Волков. Итак, основные темы выпуска. Мне очень нравится изучать историю предков. Это очень познавательно. Знать значит помнить. Школьники проверили свои знания истории Великой Отечественной войны. На территории города Десногорска совместно с сотрудниками БППК проводятся мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками и багажом. Больше пассажиров – выше ответственность. В Смоленской области проходит операция «Автобус». Рукописи, почерк автора. Это вот так вот кажется, это такая вот индивидуальность его, ты увидишь. Ты как будто бы в этом писателе видишь живого человека. Культурное наследие ЮНЕСКО в Десногорске. А теперь об этих и других новостях подробнее. Госдума приняла закон о праве россиян предпенсионного возраста на обязательную долю в наследуемом имуществе. Документ вступит в силу с момента изменения в России пенсионного возраста. Согласно закону, женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, несмотря на повышение возраста выхода на пенсию, сохранят право на получение обязательной доли наследства, что должно защитить имущественные права россиян. В городе продолжается цикл викторин, посвященных Дню неизвестного солдата и Дню героев Отечества. 11 декабря в Доме детского творчества прошла конкурсно-познавательная программа для школьников «Знать значит помнить». Подробности смотрите в сюжете. В викторине приняли участие ученики 8 классов школ города, а также команда Дома детского творчества. В этот раз ребята представили на суд жюри собственные творческие номера, ответили на 6 блоков вопросов. После этого проявить свои знания истории предстояло и капитанам команд. При подсчете баллов члены жюри долго не могли решить, кому же из участников отдать предпочтение. В итоге победу одержала команда школы номер 3 «Наследие». Игра была очень, не сказать, что сложная, но насыщенная разными аспектами. И мы очень много готовились. Мне кажется, мы выступили достойно, и мне понравилось. Известное выражение «никто не забыт и ничто не забыто» ветшает, если его не обновлять каждый год. Такие мероприятия позволяют это сделать. Самое главное значение конкурса – это, конечно же, поднять у детей память о том, что было, о войне, о каких-то особых событиях и так далее, о том, какое приняло в этой войне участие Смоленщина, как родная земля. История – это не просто школьный предмет, это наша гордость. Мы не можем стереть ошибки прошлых поколений, но можем извлечь из них много ценных уроков. Виталий Волков, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Итоги развития областного агропромышленного комплекса за год подвели на торжественном собрании в Смоленске. Лучшие труженики сельхозпроизводства получили заслуженные награды. В этот день также наметили приоритетные направления, которые позволят увеличить объемы производства и реализации продукции сельского хозяйства. На выставке были представлены достижения Смоленского агропрома. Областной администрации взят курс на обеспечение бюджетных учреждений области товарами от местных аграриев. За последние 3 года не только возросло количество хозяйств региона, поставляющих продукцию в социальные учреждения, но и ее объемы увеличились в 4 раза. Также губернатор поблагодарил за труд ветеранов отрасли. Сотрудники госавтоинспекции проверили, как в Смоленской области перевозят пассажиров автобусов. По сравнению с прошлым годом, количество аварий с участием общественного транспорта возросло. Чтобы снизить этот показатель, сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды. Каковы же основные причины дорожно-транспортных происшествий, узнаете из следующего сюжета. День добрый. Дорожно-патрульный лейтенант Добренков. Проверка документов. Один за другим останавливают автобусы сотрудники госавтоинспекции. Они проверяют все документы, от водительских прав до ПТС и страховки. Особое внимание уделяется соответствию пассажирского автотранспорта требованиям законодательства. Тщательно проверяется техническое состояние машин. На территории города Десногорска совместно с сотрудниками БППК проводятся мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками и багажом транспортными средствами категории D. Данные мероприятия направлены на снижение аварийности с участием данных транспортных средств. Решение о проведении таких надзорно-профилактических операций было принято руководством госавтоинспекции МВД России для устранения дорожных правонарушений. Связаны такие проверки с тем, что в ДТП с участием этого вида транспорта может пострадать большое количество людей. По вине водителей автобусов в текущем году на территории Смоленской области зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, все они обошлись без погибших, однако 39 участников получили ранения.
Причины аварий различные. Чаще всего это несоблюдение скоростного режима и неправильный выбор дистанции. За этот год пресечено 2253 административных правонарушения, допущенных водителями автобусов при осуществлении пассажирских перевозок. Сотрудники ГИБДД напоминают, что соблюдение правил дорожного движения поможет значительно снизить количество аварий, а значит снизить количество смертей на дорогах. Виталий Волков, Юлия Соболева, Марина Якубишина, Десна ТВ. Лишение свободы на срок до 10 лет грозит жителю Смоленска, который у себя дома незаконно хранил наркотики. Полицейские обнаружили и изъяли в квартире молодого человека марихуану, гашишное масло и мефедрон. 23-летний смолянец создал у себя дома оранжерею по выращиванию наркосодержащих растений. Молодой человек оборудовал теплицу, оснастил ее электрической системой обогрева, приборами для измерения и регулирования температуры и влажности воздуха. Общая стоимость оборудования составила более 150 тысяч рублей. В отделении полиции задержанный заявил, что хранил наркотики для личного потребления. Экспозиция международного проекта «Дорогами языка и литературы», посвященного Году европейского культурного наследия, открылась 12 декабря в выставочном зале Десногорского историко-краеведческого музея. Наша съемочная группа также посмотрела выставку. Совместный проект концерна «Роснергоатом» и фонда АТР объединил 6 литературных музеев из России, Литвы, Латвии, Белоруссии и Польши. Инициатором выступил Калининградский областной историко-художественный музей. Поводом стала важная дата – 200-летие опубликования поэмы «Времена года» Кристионаса Данилайтеса, которая вошла в список ЮНЕСКО. Этот проект представляет собой образец истинной народной дипломатии, которая содействует сближению и укреплению международных связей, а также развитию культуры и науки. Уникальность выставки в том, что здесь нет привычных нам готовых работ. Только история. История, написанная от руки и напечатанная на пожелтевших страницах. Отрывки произведений и обложки книг. Фотографии великих литераторов. Имена многих из них, пришедшим на выставку ребятам из второй школы, даже не знакомы. Но все они оказали огромное влияние на становление национальных литератур. Это Александр Пушкин, Янис Райнис, Кристионас Данилайтес, Йонас Майронис, Янка Купа и Адам Мицкевич. Их жизнь и творчество представлены так, словно они живые. Я не была на подобных выставках, вот, и для меня это тоже оказалось таким открытием. Мне всегда и раньше, вот, например, рукописи, почерк автора, это вот так вот кажется, это такая вот индивидуальность, вот, ты увидишь, ты как будто бы в этом писателе видишь живого человека, ну, личность. То есть не просто произведение, автор, а именно ты видишь его человека, человека в нем, когда прикоснешься к его судьбе, к его жизни, к его творческому пути. Ребята и педагоги второй школы тоже пришли не с пустыми руками. Они подготовили открытый музейный урок. Совместно с учениками педагоги второй школы Елена Иванова и Ирина Шлемина подготовили презентацию, игры и инсценировки. Тему творчества белорусского поэта Янки Купала выбрали не случайно. Ведь соседнее государство – самый близкий по духу для нас народ. Школьники читали стихи и рассказывали о жизни поэта, а педагоги помогали им на протяжении всего урока. Мы узнали о выставке где-то примерно 2 недели назад, что она будет в городе Десногорске, и было предложено школам города провести музейные уроки. Вот мы с Ириной Викторовной взялись за это дело, участвовали у нас дети 6 А и 7 А класса, мы разработали с Ириной Викторовной сценарий, подготовили презентацию и постарались сделать этот урок живым и веселым. В завершении урока мальчишки и девчонки украсили нарисованное дерево листочками того цвета, который соответствовал их настроению. В основном это была яркая желтая осень. Ребята отметили, что в таком формате усваивать информацию гораздо интереснее и легче, и что хотели бы чаще бывать на таких занятиях. Они остались в полном восторге как от урока, так и от выставки. Я, можно сказать, вник в историю, я посмотрел про старых писателей, можно сказать, гордость нашей страны из-за заграничных частей нашего света. Я очень был рад, в принципе, узнать все о этих писателях. Было очень занимательно, ребята, которые выступали, тоже большие молодцы, то, что приняли в этом мероприятии участие. Это все-таки тоже хорошая подготовка надо. Я хочу сказать большое спасибо концерну «Росэнергоатом», потому что они постоянно делают там какие-то подарки, всякие новые экскурсии где-нибудь, куда-то выставки какие-то. Это всегда очень интересно, и в этот раз мне было хуже, чем остальные разы.
Выставка уже экспонировалась в Калининграде, Юрмале, Варшаве, Вильнюсе, Минске и Каунасе. И вот добралась до Десногорска. После нашего города при поддержке фонда АТР она посетит еще Курчатов, Нововоронеж, Волгодонск, Балаково, Удомлю и Сосновый Бор. Светлана Разганова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Песни, театральные миниатюры и даже танцы об огне и тех, кто с ним сражается. В областном центре подвели итоги конкурса по противопожарной безопасности. Череда конкурсов муниципальных образований закончилась гала-концертом в культурном центре Заднепровья. Школьники вместе с преподавателями придумали самые разные способы, чтобы интересно и ярко рассказать о правилах пожарной безопасности. Конкурс «Юные таланты за безопасность» прошел в 9-й раз, и с каждым годом он становится все более популярным у маленьких смолян. Организаторы отмечают, что когда дети с ранних лет знают, как вести себя на пожаре, столкнувшись с реальной стихией, они не растеряются и смогут защитить себя и других. Смоленские школы закрываются на карантин. С прошлой недели занятия прекращены в школе номер 2 в Вязьме, а также в 6 классах в школе номер 29 и гимназии номер 4 в областном центре. С понедельника на вынужденные каникулы ушли также ученики одного класса Смоленской общеобразовательной школы номер 7. Специалисты заявляют, что в целом в регионе уровень заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями пока остается низким. Однако сырая погода, которая установилась на Смоленщине, способствует распространению ОРВИ, так что стоит соблюдать правила профилактики. А теперь коротко о погоде. 14 декабря в Десногорске будет пасмурно, пойдет снег. Днем минус 1, ночью минус 3. На сегодня это все новости. Все самое интересное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desna.defis.tv.ru. С вами был Виталий Волков. Увидимся.